Смотри. Парашют. Даня очень любит парашюты пускать. Полетим на парашюте. Интересно, что из этого получится. Даня, смотри. Летишь? Да. Пускаемся. Здесь все включено. Теплое море, питание, лаунж-зоны и развлекательные программы. Это цикл роликов про Турцию 2020. Друзья, всем привет. Мы находимся в Турции, Кемер. Отель называется Hotel Club Belpinar. И сегодня у нас королевская ночь. То есть мы сегодня последний день здесь отдыхаем. И сегодня у нас программа «Максимум». Друзья, ну я скажу, что кто понял жизнь, тот не спешит на завтрак. Посмотрите, очередей нет вообще. То есть чудесно. Пойдем посмотрим яички, Даня. За что я люблю с утра купаться в море? За то, что у тебя хорошо прочищается вот это вот все нос, и потом целый день дышится легко, легко и свободно. Ну, сегодня море успокоилось, волна уже не такая большая, и море стало чистейшим опять. Будешь босс? Смотри. Ой! Лакура, лакура. Даня, сядь. Настя, а что ты пьешь? Я пью кофе. И что, как турецкий тебе? Даже не могу допить, такой вообще невкусный. Самый вкусный кофе, который я только пила, это в кофе Йош. О. Советую посетить, попробовать. Это правда, это реально правда. Я во всем мире, где был, я везде, где только не пил кофе, вот у нас реально самый вкусный. Ну реально, я вот где только не был, ну где только не пил, такого, как у нас, нет вообще нигде. Я тоже так считаю. Короче, такой вот лайфхак узнал от Насти, что нужно себе вот после путешествия обязательно где-то в заметках создать такую штуку, куда ты записываешь, что тебе понадобилось, чего тебе не хватило, а чего было наоборот много. Вот, например, из этого путешествия я написал в следующий раз обязательно не забыть взять очки для бассейна, ну или для моря, и эти тапочки-коралки. Угу. Вот. А у тебя что в списке? Но мне всегда не хватает вешалок. Да? В шкафу, да. Утюга. Ну, утюг это такое, можно взять на ресепшене. А еще я записала прищепки и веревочку для сушки белья. А я, кстати, по совету Алексея Крылова еще с собой теперь беру переноску. Она реально, ну, типа, переноска весит немного. Переноска но... для чего? Ну, электрическая, а, просто все, там понимаю. Тройник, ну, как удлинитель. А, да-да-да. Очень она, ну, типа, спасает, бывает. Да. Ну, мы вот в прошлый раз отдыхали в Египте, и мне не хватало реально тройника. Ну, не хватало еще дополнительной розетки, и мы в этот раз взяли тройник. Но он нам не пригодился. Вот, также я понял, что мне хватило двое шортов, три футболки и все. Чтобы лишнего с собой не набирать просто. А чего не надо брать? Теплые вещи.
Ну, реально теплые вещи, такие прям теплые-теплые, они тут вообще не нужны. Если вы мерзляк, то нужна может, возможно, какая-то рубашка или тоненькая кофточка и брюки там легкие. Так. Да? А что еще с собой взять? Что я беру с собой в Турцию? Ну, аптечка обязательно, косметика от загара, для загара, после загара, такие кремчики разные. Ну и лично тоже для себя я записала, что мне достаточно 5 футболок и 2 пар шорт. Это с прошлой поездки. Ну и на вечер каждый день, если ты меняешь одежду, то вечерний наряд. А так достаточно. Книгу надо с собой брать? О, книгу, да. Если ты любитель почитать, то да. Я всегда с собой таскаю книгу, но я читаю роман. Так можно в телефоне скачать. Да, в телефоне я лучше посмотрю видео. Хорошо, а что ты возьмешь из Турции? Из Турции. Из Турции, наверное, я возьму... Магнитики будешь брать? Рахат лукум обязательно, очень вкусный. Да. Ну, магниты нет, потому что, наверное, у всех уже есть турецкие магнитики. Да, эти магниты, короче, вообще это тошниловка такая, я не знаю, кому они нужны. Лучше реально в подарок взять там пачку кофе, да, там, я не знаю, кофе, каких-то шоколадок, вот, чай вот тот же самый, я не знаю, может даже там пепельницу какую-то или чашку, но не магниты. Магниты это вообще уже... Это прошлый век. Да. Итак, друзья, сегодня у нас турецкая ночь. Тут все украшено шариками такими. И столики стоят прямо на улице. Прямо возле бассейна поставили столики. Вот. Добрый вечер, приятного аппетита. 21:30, ждем вас на турецкую ночь. Спасибо. И сегодня тут что-то особенное вообще. Какие-то чудо-коктейли. Сегодня все сотрудники одеты в такие турецкую одежду. Так, сегодня, по идее, какие-то традиционные турецкие блюда должны давать. Тут овощи, фрукты всякие. И сегодня тут готовят прямо на улице. Стоит запах. Тут традиционные лепешки гёзлеме. Там такая очередь, что капец. На улице. Да, вон они там прямо на улице стоят, готовят. Всякие кебабы, короче, там еще что-то такое. Добрый вечер, приятного аппетита. 21:30. Настя, ну что ты там взяла? Я взяла салат себе, кучу зелени, как Рома любит, рыбу. А ты знаешь, что там брать? Вообще не знаю, но там очень большая очередь за турецкими блюдами.
разное да, там, мясо, они все купили. Там очередь нереальная. Пошли за турецкими, посмотрим. Там очередь за турецкими вот этими кебабами просто нереальная. Ну, я думаю, сейчас часика пол надо подождать, и она вся рассосется. Вот. Да, тогда уже там ничего не будет. Я думаю, оно того стоит. Не, я думаю, на всех должно хватить. Там сегодня весь прям персонал подключили и, ну, из других зон, и аниматоров, из пул-бара, я видел там... Из со снэк-бара все сегодня здесь стоят на раздаче. Все силы сегодня бросили на это, чтобы сделать этот праздничный ужин на турецкую ночь. А еще после этого сейчас в 21:30 будет концерт. В общем, турецкие какие-то артисты будут выступать. Танюшке удалось раздобыть, как-то выстоять эту очередь. Но там, как она говорит, работает такой конвейер, там они очень быстро работают. Один, то есть, накладывает такое пюре, второй кладет мяско, третий уже там положил салатик, третий, четвертый накинул кебаб, тот накинул ножку. То есть, они, короче, работают в 10 рук, и они вот так вот это все... Ну, то есть очередь там долго не застаивается. Так, еще подлетела карамелизированная картошечка. Еще какие-то, опять же, кебабчики. Лапша и кебаб. Лапша и кебаб. Тут какой-то то ли хумус, то ли что, я не пойму, что это такое. Ну, все реально очень вкусно. И, кстати, вот Танюшка уже попробовала и говорит, что очень все острое. Они вот любят такой перец. Все такое поострей. Что ж, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до скорых встреч.